почему красивая, сильная, уверенная в себе женщина не может найти себе пару? Не знаю, это вопрос к женщине. Я думаю, разные причины, очевидно, это очень сложно. Сколько людей, наверное, столько мнений. Мне кажется, что это какие-то завышенные требования просто. Парней столько хороших. Наверное, большие потребности. Во всем, наверное, чтобы зарабатывал и красивый был, и хорошо ухаживал. Сейчас что-то не понять. Какая-то любовь не такая стала, как у нас было в молодости. Характер, что ли, не сходится. Как-то люди очень стали нервными. Потому что она не зарегистрирована в одноклассниках. Не знаю, возможно, у нее есть какие-то недостатки, и за счет этого она не может найти себя кого-либо. Не знаю, ну, как вы сказали, она красивая, но, может, у нее какие-то проблемы с характером. Не может найти, ну, всегда же надо найти своего человека. Просто, когда женщина очень умная, у нее большие запросы, и чтобы найти человека непосредственно, который подходит ей, это уже гораздо тяжелее. А чем старше становишься, не зря говорят, что уже не свидание, а собеседование. Наверное, очень гордая. Молодая дама. Общения, может, нету реального такого близкого. Раньше могли же находить себе парней, девушки, все. А сейчас же все в телефонах и в социуме не могут себя как бы проявить. Соответственного помощника найти можно, даже если ты сам проблемный. Такую же проблему, но найти, вместе мы счастливы. Почему красивая, молодая, успешная, уверенная в себе женщина не может найти себе пару? Ну, даже не знаю, наверное, дело в мужчинах. Просто не могут понять, что перед ними красивая, обаятельная девушка. Они этого не видят. Все проблемы в голове. Тараканчики. Ну, у каждого тараканы есть, и каждому они мешают. Поэтому психолог, уверенность в себе, мне кажется, они найдут. Ну, есть нормальные. Мы же находим как-то, иначе нужно немножко подождать. Ни времени, просто значит, девушка не до конца созрела. Потому что она неуверенная в себе, видимо. Когда уверенная, то она ходит. На улице холодно, потому что. Что мы все в телефонах сидим и не смотрим по сторонам. Потому что у мужчин сейчас стали как бы более слабыми, бесхарактерными, а женщины, наоборот, были уверенными в себе, сильными, соответственно, требуют мужчин более достойных. То есть мужчин достаточно, ну, скажем так, не все достаточного качества. Мужчинам, очевидно, нужно как-то более подтягиваться, что ли, до уровня женщин. Никуда не выходят, надо же, наверное, где-то куда-то выходить, чтобы где-то познакомиться с кем-то. А как? А иначе никак. Многие стесняются и думают, где найти. Правда, не могут. Слишком сложный для меня вопрос.